Такая, ребят, красота. Нахожусь в ботаническом саду опять. Вы смотрите. Разве это не красота? Ну как можно не любить природу? Ой, я ее обожаю. Такие маленькие цветочечки. Такие обильные. Смотрите, ребят. Пчелки летают. Ну, какая красота. Впереди вот такой маленький прудик, это лотосы должны вылезти оттуда. Ой, ребята, какой запах стоит. Ой, все цветет. Природа, обалдеть какая. Такие краски. Наслаждение. Воздух свежий. Красота. Да, я очень люблю природу. Такие необычные деревья. Интересные. Красота, ребят. Все цветет. Это что такое, даже не знаю. То ли цветочки, то ли ягодки. Это барбарис. Вот оно. Барбарис. Первый раз вижу.
вот, ребят, показала вам такую обалденную красоту. Сегодня у нас 20 градусов тепла. Гуляю в парке. Не в парке, а в ботаническом саду. С каждым днем здесь все распускается все больше и больше. Что раньше снимала, уже отцвело. Новое расцвело. Люди ходят, гуляют. Какие растения. Вот этот мне интересно, как медузки маленькие. Все, ребята, на этом буду заканчивать экскурсию. С вами была я, Елена Березкина. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Я вам много еще покажу чего прекрасного и красивого. Всем здоровья, благополучия. С вами была я, опять же, Елена Березкина.